Сейчас уже абсолютно очевидно, что самой главной фавориткой в женском одиночном катании является российская фигуристка Камила Валиева. И этот вопрос можно считать закрытым. Может показаться, что у Камилы Валиевой не осталось конкуренток, и она совершенно недосягаемая. Только какой-нибудь откровенный провал может лишить ее заветного золота. Тем не менее, интрига в ее выступлении сохраняется. На этапе в Сочи нам предстоит узнать, сможет ли звездная ученица Этери Тутберидзе побить мировой рекорд в короткой программе. Эта фигуристка стала покорять уникальное достижение еще в Финляндии Трофи, показав лучшие результаты в истории в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Но баллы Алены Косторной, которые та набрала в финале Гран-при еще позапрошлого 2019 года, ей так еще и не покорились. В Сочи ситуация может измениться. На предыдущем этапе в Ванкувере Камила набрала сумасшедшие 84,19 балла и впервые в этом сезоне показала абсолютно чистый прокат. Нет никаких сомнений, что на домашнем турнире спортсменка будет чувствовать себя увереннее, и прокат получится у нее еще лучше. А значит, она сможет получить оценку выше и, наконец, пробьет планку, которая не давалась ни одной фигуристке на протяжении последних 2 лет. При этом и на обновление собственных рекордов у Камилы шансы очень большие. Камила Валиева вообще может стать абсолютно недосягаемой. Если у нее и дальше будет идти все так же хорошо, то уже не будет никаких сомнений в том, кто станет следующей олимпийской чемпионкой.